За первое полугодие в Нефтеюганском родильном отделении на свет появились 643 малыша, 319 мальчиков и 324 девочки. Самый крупный малыш родился весом 4 килограмма 900 граммов, а самый миниатюрный – 2100. Согласно статистическим данным, в среднем в нашем городе рождается по 5 малышей в сутки. Самыми популярными именами для нефтеюганских новорожденных стали Милана, Михаил, Даниил, Вероника, Мирон и Ева. Самыми редкими – Лука, Иса, Тихон, Стефания и Сальма. Также, согласно информации местного ЗАГСа, за последние 6 месяцев 318 нефтеюганских пар влюбленных узаконили свои отношения, создав новую ячейку общества. Не обошлось и без разрыва отношений. 264 местные пары развелись. Всего за первую половину текущего года в Нефтеюганске было зарегистрировано 535 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 33 аварии с пострадавшими. Телесные увечья в них получило 40 человек, двое погибли. Ну и, конечно, в течение всего этого времени мы делились с вами самыми актуальными событиями Нефтеюганска. За последние полгода телерадиокомпания «Юганск» выдала в эфир 883 сюжета. А прямо сейчас вы смотрите 150-й выпуск новостей 2022 года.